Недавно в селе Изобильном Алуштинского района произошел удивительный случай. На одной из загородных прогулок муж решил переехать свою жену патриотом, словно танком. Слушай, а ты такая маленькая, стройненькая. Вот тут вот ложбинка. Вот бугор. И вон бугор. Ты в ложбинке лежишь? Нет. Сейчас я начну наезжать, ты стоя снимаешь меня? Да? Я даю. Сейчас, по-моему, меня переедут вот этой машиной. Юля ложится. Да, блин, слушай, ну как-то мне кажется, это правда что-то... Блин, не шутки! Ну а дальше произошло что-то невероятное. Муж действительно сел за руль и проехал над своей женой, пропустив ее между колес своего огромного автомобиля «Патриот». Юлечка, глянь сюда. Юля, дай рученьку. Вылазь, лапушка, у нас это получилось. Слава богу, все закончилось благополучно. При этом эксперименте никто не пострадал. Все живы и здоровы. Казалось бы, можно уже поставить точку. Если бы не одно «но». Героиня блокбастера исчезла. Точнее, скрылась в неизвестном направлении. Купила билет, собрала сумку и уехала. А что это вы тут делаете? И кофе пьете, да? Заблудилась в лесу. Решила не возвращаться в цивилизацию. Ну да. Вот завалила медведя. Насобирала шишек еловых, сварила себе шишек. Напиток наподобие кофе. Сделала медведя, жарю шашлык. Ну да, место вы выбрали, конечно, шикарнейшее себе. Мне что-то напоминает, это Карачаево-Черкесию, да? Я не знаю, я давно уже по лесам брожу. Что-то по вам не скажешь, ну вообще-то штаники подраные все. Да, да. Ну это вот что, сопру у туристов? У кого джинсы, у кого сапожки, у кого шапки на голову? Ага. Вот тем и живу. Ясненько. Ну у вас инвертарь, так это, скажем, тоже у туристов уперли, да? Да. Ага, ясно. Да, места, конечно, шикарные. А можно и я с вами буду шалаться вот так вот по... Вдвоем веселее. Все. Тогда я с вами. Ну, наливайте себе кофе. Хорошо. Из еловых шишек. Хорошо. Спасибо, что не отказали. Мясо уже есть. Мясо вот тут вот. Мясо на всех. Грибов насобирала, вот засолила. Да, грибочки вот. Присолили чуть-чуть их. Со мной с голоду вы не умрете. Хорошо, спасибо на добром слове. Вы очень добры. Да вы и красивы, между прочим. Юлечку привезли обратно домой, в Крым. Там ее одели, обули, причесали. В общем, вернули к нормальной жизни. Но с тех пор в ней стали замечать некоторые странности. Сама она говорит, что в ней вдруг проснулись сверхспособности. Теперь нередко по утрам ее можно встретить высоко в горах, за медитацией. В обед она занята приготовлением приворотных котлет для своего любимого мужчины. Вечерами она словно шаман призывает луну с помощью своего пластмассового таза, бубна. Ну а ночами изгоняет злых духов феном.